впервые за историю своего канала, кстати, да, привет, ребята, я начинаю видео на парковке. То есть, не, даже не на парковке, а на зарядке. Тут очень много зарядок, можно посмотреть, там машины стоят, заряжаются. Вот она, наша машина стоит, заряжается. Там человек по имени Коля стоит, заряжается сигаретами. И где-то Энни и Макс пытаются зарядить автомобиль, пытаются разобраться с этой зарядкой. Мы уже сюда подъезжали пару дней назад, так что все должно получиться, все у нас будет хорошо. Как обычно, я ни черта не знаю, что по итогу получится. У нас нет особого плана, у нас есть только путь, как у настоящего самурая. Потому что мы приедем в один город, хотим завтра уже поехать на некий остров, с этого острова посмотреть, если будут силы доехать, может быть, в горы. Короче, планов громадье. Как все это получится, вы увидите сейчас. А для меня еще предстоит очень-очень долгий путь. Так что не будем рассусоливать, просто поехали. Макс, какие мысли по поводу поездки? Все будет хорошо? Все будет awesome. Меня не матеряться на канале. Ну, я запикаю. Коля. Коля. Аня. Очень приятно. Все будет замечательно. Пойду покажу машину. Блин, о, без кепки, холодно, капец. В общем, небольшая вставочка под названием QR-код, чтобы пописить. Мы остановились на пит-стопе, ну, очень писить захотелось, ничего не поделаешь. И оказалось, чтобы вот зайти в ту зону, вот чтобы пописить, там стоят красные палатки, вы их видите на фоне. И в этих красных палатках очень жестко контролируют QR-коды. Причем, ну, очень жестко, я вот, вы слышите по моей интонации, что я угораю. Реально прям такие, типа, писить. QR-код. Ну, наверное, как-то можно распространить через писение коронавирус, не знаю. Еще и кашель есть. Ну, в общем, короче, это была очень забавная штука. Но еще очень важный момент. Таких пит-стопов примерно каждые... Где-то каждые 10-20 километров, примерно так. Мы посмотрели, ну, где-то от 10 до 20 километров, вот разрывы. Это съезд с основной быстрой трассы. Здесь есть магазинчики, такой, ну, типа два магазинчика небольших. Есть место, где можно кипяточку набрать, туалеты есть общественные, есть автозаправка, есть электрические заправки. То есть в целом по трассе, вот по такой федеральной мы бы ее назвали, проблем с зарядкой электрического автомобиля, если что, я напоминаю, мы на электрическом автомобиле едем, вообще нет. То есть я не знаю, кем надо быть, чтобы довести себя до ситуации, когда тебе на 20 километров уже не хватает. Ну, то есть, блин, совсем, наверное, отчаянный пацан или девчонка. В общем, такие дела. Просто небольшая мысль посреди трассы. Продолжаем нашу езду. Еще один небольшой пит-стоп. Вот, снова автомобиль. Но только в этот раз пит-стоп получится очень коротким. Короче, ситуация такая. Мы проехали 221 километр от зарядной станции, от того вообще, откуда мы начали. И у нас осталось 27% батареи. Можете смотреть. То есть изначально было 100 и показывало 500 километров. И проехав 220, грубо говоря, осталось 27 или 28%, я точно не помню. Но факт остается фактом, что с кондиционером, с там Wi-Fi включенным, с ездой по трассе, да, все-таки по трассе больше расход. И вот, ну, расход, конечно, очень сильно отличается от заявленного. Кто-то там жестко бибикает, ну ладно. В общем, мы подъехали к зарядке. Стоят два автобусика, каких-то заряжаются.
И сказали, что остальные две зарядки, то есть мы такие, ха-ха-ха, классно, зарядка, все, сейчас зарядимся, полчасика постоим. Они говорят, во-первых, она капец какая медленная, во-вторых, две зарядки сломаны. И единственные две зарядки, которые работают, они уже, собственно, к сожалению, подключены к машинам и будут долго заряжаться. Поэтому сейчас садимся обратно в тачку, он и не докурит сигаретку. И двигаемся, двигаемся дальше, ищем зарядку. То есть 30%, ну, по нашим расчетам, еще где-то километров на 100 машины хватит. Но все-таки в пределах ближайших там километров 30-40 для собственного, просто морального успокоения хочется найти. Да, Макс? Там, это вот этот бибикал, да? Он из ворот пытался выехать. Короче, мы же никуда не торопимся, правильно? Отдыхаем. Да, мы поехали без какой-либо цели. У самурая нету цели, у него есть только путь. Я не перестану это употреблять, эту замечательную фразу. Так что... Все, включаю следующий таймлапс. Хотя сейчас, наверное, таймлапса уже, блин, не очень. Время у нас почти 5 часов, 5:30 будет закат, а эти экшн-камеры вообще плохо вывозят низкое освещение. Поэтому не знаю, будет следующий таймлапс или нет, но увидимся мы с вами буквально через там один вот такой щелчок пальцев. Во как, прикиньте, переместились, какой телепорт. Я хочу вот что сказать. Здравствуйте, дети. Сейчас я вам расскажу сказку про то, как не надо быть жадным и тупым. Мы ехали по трассе, ехали. И на самом деле, если ты едешь на автомобиле без номеров по Китаю на электрическом, запомни, друг мой, одну очень важную вещь. Меньше 50%, остановись, заряди там 20%, 30%, и все у тебя будет хорошо. В чем проблема? Мы проехали вот ту самую зарядку, которая была в прошлый раз. Ну и, собственно, поехали такие, ладно, в городе зарядимся, у нас еще там почти 30%. Приехали мы на одну зарядку. Это оказалась зарядка от автомобилей Porsche. И там можно, только обладая автомобилем Porsche, иметь некую карту, которую ты проведешь, и тебе включится зарядка. Хорошо. Мы такие, хрен с ним, поехали. Следующую там нам порекомендовали. Мы доехали. И там для автомобилей Way. Way — это тоже такой китайский бренд. Для них такая же абсолютно система. Ладно, хрен с ним. Поехали в следующую. Там для всех автомобилей все прекрасно. Куча разных брендов стоит, заряжается. А знаете, что там есть? Автоматический шлагбаум, который сканирует твои номера, которых у нас нету, потому что мы на временках ездим, и пускает тебя на территорию. То есть не пускает нас на территорию. Мы поехали еще куда-то, короче, заехали еще в одно место. Там что-то ни хрена не работает. Мы потыкали, попыкали, посканировали. Ничего не включилось. В итоге приехали вот сюда. Я сейчас встану под лампочку, чтобы меня ярче было видно. Здесь достаточно дофига зарядок. И заряжаемся. Слава богу, заряжаемся. Но мы подключили зарядку. Сосканировали здесь куча QR-кодов. Сосканировали один из QR-кодов. И такие, типа, ну все, надо там ввести бренд автомобиля, что-то подсоединить свой WeChat, подключить. Короче, какие-то простейшие манипуляции. Только кнопка «Начать заряжать» серенькая. И ничего не помогает. Я сосканировал, Макс сосканировал, Макс скачал приложение, Энни сосканировала. Энни сосканировала другой QR-код, который Alipay'ем там сканирует. Ничего не работает. Мы такие, да твою ж мать, а у нас осталось, если что, 15%, просто 15%, и мы как бы уже начали нервничать. По итогу мы отъехали, ну, в туалет захотелось, вернулись из туалета, подъезжаем к другой зарядке, воткнулись, и все появилось. По ходу дела у этой зарядки, сама зарядка была, короче, проблемная, и просто мы подключали, ты нажимаешь на кнопку, там Энни как-то, какими-то правдами-неправдами нашла, как эту кнопку нажать, короче, нажалась эта кнопка и пишет, у вас не подключена зарядка, хотя автомобиль сам говорит, что зарядка подключена. В общем, уже темно, время 6 часов вечера, ну вот я же говорил, что буквально через полчаса стемнеет, время 6 часов вечера, это прекрасно. Мы полчасика постоим, потому что, как было замечено, очень сильно падает ток, и зарядка начинает идти медленнее после 90%. До 90% заряжается молниеносно, буквально за полчаса. Поэтому все там играют в телефоны, я для вас снимаю забавные видосики. И вот, собственно, все, сейчас до 90 зарядим, как только ток упадет, отключимся и поедем уже в город, там всякие красоты, мы нашли одно интересное место, потом поедем еще в одно интересное место, нас там друзья вроде как ждут к вечерку. Надеюсь, что все будет хорошо и мы такую ошибку не совершим. Еще раз, купили тачку с номерами, если у вас электричка, вообще никаких проблем. Все хорошо, зарядок море, просто море, но на большую часть из них вы просто не заедете, потому что там сраные шлагбаумы, которые автоматические, без людей,
И, собственно, не пускают тебя, пока у тебя не сосканируется номер твоего автомобиля, чтобы въехать на территорию. Это прям полная жопа. Нам здесь повезло, здесь этот шлагбаум с будкой. И будка была просто открыта. Ну, видимо, человек пошел там лапшу или рис есть, я не знаю, что в этой провинции. Хотя мы же в нашей же провинции. Короче, не суть важно. Человек ушел на обед шестичасовой, видимо. И, собственно, оставил шлагбаум открытый, мы заехали, стоим, заряжаемся. Все, дальше увидимся, надеюсь, уже в каком-нибудь красивом месте, а не как один мой друг любил повторять: «Добро пожаловать в жопу». Вот не хочется больше в таких местах оказываться. Какая-то индустриальная хрень, я еще и куртку одел, мы все-таки севернее едем. И тут прям к вечеру начинает достаточно сильно холодать, у меня аж руки мерзнут. Поэтому увидимся скоро. Ну что, я обещал, что следующее место посимпатичнее будет. Оно явно посимпатичнее, только дождь. Макс, скажи мне, почему дождь? Почему обязательно все должно какой-то мелочью, но обгадиться? Потому что великий и могучий бог дождя в Китае, да, мы ему чем-то не угодили просто. И он решил нас этим наказать. Не на его зарядке заряжались? Да, нет. От водяного колеса. Мы в дождь не снимали тебе видео. Да, ну теперь в дождь снимаем мне видео. Нужно просто было о нем, нужно о боге дождя говорить как можно больше, для того, чтобы он... А, чтобы он прошелся? Да. Такой типа, ребят, спасибо, все, упомянули. Все, теперь... Просто ливень, да, знаете как, ребята, обратите на меня внимание. Да. Слушай, ну в целом симпатично такое это, старый город. Давай, короче, все меняй, и себя и снимаю. Давай поснимаю хотя бы вообще что-нибудь спереди. Cold here. Cold? Cold. Maybe buy... No, an umbrella. This umbrella for you. Bald. 辣椒 bald. 可以,辣椒 bald 可以的。 羊肉,辣椒 bald. 不要。 Что, куда-нибудь баранины, да, побольше? Да, баранины с чили соусом, да. Мы сюда пойдем? Пойдем. Poetry and calligraphy. Поэзия и каллиграфия. Baby, you want to learn how to do calligraphy? Nice characters. Интересно хоть какую-нибудь еще, блин, информацию бы об этом знать. А то вот мы идем такие, ну, симпатично. Похоже на Китай. Да, лампа. Лампа? Да, красные фонари. А может, это квартал красных фонарей стар? Вот, тут что-то написано, давай, вот. Короче, кому интересно, просто ставьте на паузу и читайте. Вот так вот это дело выглядит. О, кстати, ты знаешь, на кого похож? Как будто тебя поймали в подворотне. Блин, а эта улица-то длинная, капец. Здесь тоже что-то написано. Смотрите. Написано вот здесь. Вот это. Поехали дальше. Древний китайский магазин в стиле, как и везде. Знаменитый китайский стиль. Династии... Вынь и заплати. Вынь кошелек. Искань. Да. Династии Юань. Династии Вынь и Искань. Да. Нет, династии Вынь Юань. Вынь Юань, да? Да. Знаменитая китайская династия Вынь Юань. Так этот блок и назову. Поездка в древности династии Вынь Юань. Да, там нам лампочкой моргают, говорят... Ребята, вы тупые. Я думаю, что нам там как-то мы завернем. Древние китайские мусорки. Посмотрите, какая красота. Артемий Лебедев просто бы умер от счастья, увидев такую красивую мусорку. Древние китайские плачущие дети где-то сзади. Итак, древний китайский туалет династии Вэнь-Юань. И попытаемся найти выход, потому что Макс, конечно, тот еще сусанин. Вон, смотри, видишь, вон дизайн, который двигает. Кого, куда, это уже не так важно. Главное двигать. Древняя китайская плесень. Хорошие штуки эти древности. И
и все убираю. Маска есть. Все. Он попросил маску, говорит. Предоставьте маску. Предоставил маску. И обратно ее в карман. Будет еще тут мне указывать, как мне жить мою жизнь. Товарищ полицейский. А какой, кстати, полицейский охранник обычно? Товарищ Балвань. Вот. О, можно в горы сходить. Написано Mountain Traveling. Прикольно. А, типа, можно зайти в музей и как будто сходил в горы. Прикольно. Николай пошел в древний китайский переход между домами. Итак, древний китайский переход между домами манит теперь и нас. Что-то тут симпатичное. О, смотрите, какая красота. Кайф. Прикольно. Такое кафешко. Тауа. Тауа. Интересное название. Да я смотрю, вы любители подворотней-то. Кстати, зацените офигенный дизайн у бара. Просто чувак открывает глазом бутылку. Я бы сходил в такой лаунж-бар. Мне кажется, заливаем глаз. Не, смотри, он крышечку открывает. Да. Здесь со всех сторон. Прикольно. This side. О, что-то с едой связано. Так, давайте разбираться. О, baby, I found new dress for you. Вот куда уходят коробки со склада, да? Вот целый набор получается. Look at the name. Cartoon King. Король картонной коробки. Король картона. Когда ты покупаешь, можешь купить, да, и ребенок соберет. Ставит. Вот, да. Можно двух трахающихся. А, нет, это мать и ребенок. Извините. Овца. А, лама. Я думал, это овца. Это лама. Что-то сегодня у меня с животными как-то не идет. Не попадаю вообще никаким образом. Ну, слоника я хотя бы узнал. Смотри, какая овечка симпатичная. Look at this ship. Very nice. Вот как ты, папа Мао. Да. Папа Мао? А, папа Мао. Хорошо. У тебя есть папа и мама, а у нас есть папа Мао. Очень симпатично сделано. Кстати, на камере выглядит прям реально как портрет. Вот посмотри, Макс, в маленьком. Да. А здесь такой размытый. Очень круто, кстати. Интересный эффект. Короче, если что, вот будете на это смотреть, как-нибудь уменьшите, возьмите на телефоне или что-нибудь, и реально выглядит как портрет. А когда большое, когда близко, оно вот крайне размытое такое. Очень круто. Интересно. Все да. Это... А, вот эти штуки, которые в России половина блогеров рекламирует. Только, наверное, здесь оно и подешевле. Хотя это туристическое место, наверное, дофига оно. Все равно. Мне кажется, в Шантоу можно это купить раз в 10 дешевле. В Пин-Додо можно это купить. Или в Пин-Додо, да. Все можно купить раз в 10 дешевле. Мне вообще интересно, как сувенирные лавки работают в эру Пин-Додо. Они построены на туризме. А, вот как раньше этот город назывался. Сейчас он Фу-Джоу, а раньше он назывался Фу-Чоу. Да. Вот так вот старое название города. И какие-то штучки. Сувенирка. You wanna buy magnet for fridge? На выход? Да, пойдем. Так, продолжаем наши между подворотненные путешествия. Непонятно, куда идем, но в этом и кайф вот таких поездок, когда ты не очень понимаешь вообще, что происходит. Достаточно древний город Фуджоу, ему же там прям тысячи лет. Ну, не там, а тут, в смысле, мы уже тут. И вот, видимо, в течение многих сотен лет он выглядел именно так. Сейчас небоскребы и прочая хрень, но это все уже бездушное говно.
А тут красота, дерево настоящее. Туалеты на улице. Туалеты на улице, да? Кайф. Львы перемотаны красной тряпкой, чтоб не сглазили. Я что-то побаиваюсь, что под этим дождем камеру зальет капитально, потому что нижний модуль у этой камеры не влагозащищен. И я, наверное, прерву съемки. Ну, вы уже увидели в целом, что тут происходит. Если что-то интересное будет, 100 пудов, конечно, еще подсниму. Но если будет уже какая-то другая локация, которая планируется на чуточку попозже, не обессудьте. Потому что мне, конечно, я вас люблю, но камеру мне жалко. Итак, Энни сейчас проведет нам тур по китайскому детству. Baby, show us Chinese childhood. Магазин олдскульных китайских вещей. Типа все, что вы могли любить в детстве. What is this? Like beef, dry beef, spicy dry beef. Dry beef. Jerky. Local jerky. Мне нравится надпись, Макс. Это мальчик. It's a boy. Почему? Почему есть надпись «Это мальчик»? He's showing candy. Candy? Also from childhood? Жесткие. Это лапша. Да? Это как доширачку, знаешь, там? Да. Только ее можно хавать, как это. Ну, и тоже не хавать. Короче, жовки. Хочешь жовку? Candy Coke. О, Coca-Cola, candy. Chewing gum, yeah? No, candy. Candy, okay. This child gave you lollipop, chewing gum. Yeah. Childhood really famous chocolate. Really? Дай кока. Что там мне подсказывает? But is it good taste? Wanna try one? Yeah. Okay. Сейчас они мне купят шоколадку. So pick five things from your childhood that you really eat when you was a child, okay? Соревнования ты не устраиваешь. Competition for you. Sour candy. Окей. Макс, расскажи вообще, в чем дело. Ну, как-то мы просто сидим вместе, отдыхаем. Я не предложил устроить соревнования. Съесть один лимон, не поморщись. Вот сейчас будем есть вот эти вот очень кислые конфеты. Не поморщись. Не поморщись, да. Сразу. А сколько штук? А я не знаю. Вот сейчас-то не вскрывай. Сколько будет, столько и по три штуки. Так не, надо заплатить сначала. Я заплатил. А ты заплатил? Да. Окей. А чё все люди... Подожди, а что за цирк тут? Просто пусть люди стоят снаружи, смотрят такие. А это 5 штук. Also, it's childhood. No, this is too much. No, this is childhood, really. Satay. Yeah. Fish satay. Fish satay. From Indonesia. With honey. Yeah. I don't trust these kind of things. Something that I can just open and eat. But really like from childhood, okay? Take it for mom, for fun. This also, but this is not this brand, another brand. Кстати, да,
заметьте, это холодильник, как у меня дома, один в один, причем та же самая модель Шарпа. Черт, я очень олдскулен. У меня самый олдскульный холодильник, его даже не постыдились в магазине олдскульных вещей выставить. Очень круто. Окей. Okay. One more. Take this chewing gum. Окей, take this chewing gum. This noodle. No, this. But this, you mean these noodles that can eat like this? Yeah. Don't need to boil? Yeah. Китайский петушок? А что он делает? Wait, yeah. You want one? Небольшая вставочка с шоу пожарных. Причем, я так понимаю, это не шоу, это реально просто пожарные идут. Они как раздеваться будут. Хай! Хай! Строишься в ряд? Я? Да. Или это, нет, это не пожарники? Не надо. Не да, конечно, конечно. Я просто к тому, что это. А это пожарники или это дезинфектор? Не, пожарники, пожарные. Нельзя говорить пожарники, пожарные. Прикольно. Красиво идут. Кстати, если вам вдруг интересно, вот фотографии древнего Фуджоу. Как он, собственно, выглядел раньше. Сейчас явно стало посимпатичнее. Ну, дома такие были. Как бы далеко не все города изначально выглядели как Рим. Хотя, ладно, не будем про это. Опа, еще один телепорт. Короче, мы заехали в гостиницу чисто, чтобы переодеться, потому что вечером, сейчас время которое у нас, сейчас посмотрю, время у нас 8 часов. Нас к 10 примерно позвали в приличное заведение. У нас есть приличная одежда для приличных заведений. И надо переодеться, и поэтому решили заехать в отель, переодеться, пойти куда-нибудь покушать. Может быть, снять ролик про какую-нибудь прикольную еду, если найдем какую-нибудь прикольную еду. Мы здесь впервые и ничего пока не понимаем. И потом двинуть, собственно, в заведение. Небольшой рум-тур вам сейчас покажу. Поехали. Итак, друзья мои, за 190 юаней мы получаем вот такое вот кресло со столиком. Нормально. В принципе, неплохо. Но к этому еще идет в комплекте кровать. В
вполне себе нормальная. What do you think about this room for this price? Короче, тут прикроватные столики, все нормально, достаточно высокие потолки, то есть вот я не знаю, ну как бы дофига еще между мной и потолком, очень высокие потолки. Прохладно немножечко, но когда мы пришли, здесь было, блин, открыто окно. Какой-то чудик додумался открыть окно с видом на дорогу, естественно. Ну, сейчас ничего видно особо не будет. Телевизор есть, нафиг никому никогда не нужный. Водичка, как обычно. Зеркало. Давайте хоть с вами поздороваюсь. Привет, с лампочкой включенной. И, ну, все по красоте. Душевая кабина есть, сральник есть, умывальник есть. Все есть, даже лампочки вокруг зеркала. Короче, красота неописуемая. За 190 юаней за ночь. Так что сейчас будем переодеваться, наводить красоту. Ну, Энни будет наводить красоту, а я-то уже куда красивее. Быть не может такого. И все, и пойдем куда-нибудь кушать. Такие дела. Второй день. Вот так вот резко, да, начал. Второй день. Я ночью поснимал немножко, но ничего не комментировал на камеру, потому что играла музыка, и если я это включу со звуком, то меня просто, ну, ролик заблокирует, короче, как уже было неоднократно. Поэтому давайте я сейчас вам на секундочку под свою какую-нибудь музыку просто покажу, как это было. Ну, собственно, вот. Такие посиделочки с напиточками, с людьми. Все живые. Все вот они сидят. Поздоровайтесь. Привет. Да, baby, say hi. Hello, привет. Да, все живые, все здоровы. Второй день дождливый. Нам подтвердили, что мы еще поедем в следующую поездку. Соответственно, эта поездка немножечко укоротится, потому что все планы по горам придется точно уже теперь 100% отменить. Поедем сейчас на остров, поедим, мы сидим в мусульманском кафе, в Ланчжоу Ламьен, поедим лапшички, попьем супчика, короче, придем в себя. Душ просто великолепный в этом отеле. Я не знаю, отель дешевый, но душ просто мощнейший. Просто душ Шарко какой-то, я не знаю, это массаж, блин, а не душ. У нас дома по сравнению с этим душем сикалка просто какая-то. Вот. Принял душ, взбодрился, поспали мы порядка, не знаю, сколько, шесть часов нормально поспали, даже почти семь. Ты, Макс, ты не пил вчера, вообще не употреблял алкоголь. Как тебе эта поездка? Мне нравится. Я выспался, полон сил, энергии, мне прям зашло. Сегодня все будет хорошо. Да. Отлично. Советую всем, не пейте. Не пейте, отлично. И такой звук, Да-да-да. Вот, единственное, что меня удручает из-за того, что дождь, на дроне не полетаем. Да, у меня дрон с собой, я его взял, хотел полетать, а в дождь это очень опасно. Там электроника, чуть-чуть капли попадут и все, капец. Так что будем ждать, либо чуть должно разойтись, чуть-чуть должно стать полегче. Ну вот, если сухо будет, хотя бы там полчасика. Может, завтра утром. Ну, может быть, завтра утром. Посмотрим. Попытаемся найти гостиницу на этом острове, на Пентане. Ну, короче, все, дальше покажу. Сейчас мы будем кушать и поедем. Итак, обзор на еду. У меня лапшичка с картошкой и мясом. Но, честно сказать, я дам этой лапше 6 уйгуров из 10. Мяса мало и не очень сочно. И лапша не та, которая мне нравится потолще. Сколько уйгуров из 10 ты, Макс, дашь этому рису? Из 10 пятерочка. 5 уйгуров. Ну, потому что, мне кажется, пожалели картошки просто, но риса надо. Да. Что-то очень жалеет. У Энни вот такой вот супчик. Она попросила лапши поменьше и супа побольше. Ну, собственно, ее желание они выполнили. Коля не ест ничего, потому что пьет чай, потому что вот эти два человека умудрились уже заказать с утра поесть. Вот, а мы будем вот это. Сейчас ну, еще пельмешки будут. Да, еще будут пельмени. Еще будут пельмени, так что ждите следующего включения. Ну, собственно, следующее включение – пельмени. Пельмени мусульманские, соответственно, дадим уже за вид,
Я бы дал 7-8 уйгуров из 10, выглядят неплохо. Единственное, немножечко слипшиеся, хотя свежими достаточно выглядят. И где мой сраный соус какой-нибудь? Ну, только уксус разве что. Но обычно, знаешь, еще такие с нарубленным перчиком, чесночком, какая-то хрень такая. Это тоже да, только не ароматизированы. Заняты сейчас. Да-да-да, у них капец там сколько народу. На самом деле, очень популярное место. Мы сидим тупо на улице, вот так вот. Если вы не заметили, да, просто сидим. Люди ходят, какие-то штуки возят. Ну, что я могу сказать? Я буду приступать к еде, но это уже в камеру не попадет, потому что нету места, куда эту камеру поставить. Увидимся с вами уже скоро. Итак, как можно заметить, все съедено, ну, кроме пельмешек. Хотя пельмешки, на самом деле, самое вкусное было здесь. Ну что, по итогу, на вкус, сколько уйгуров из 10? 5. 5? Все еще так же? Хорошо. Мне оно больше понравилось, на самом деле, лапша была хорошая, мяса мало, картохи мало, лапша вкусная. What do you think about this food? Two slices of meat. Два слайса мяса. Вот в этой, во всей лапше. Вода, лапша и два кусочка мяса. Пельмени норм, пельмени норм. Мне почему-то кажется, у них еда кончалась, и они просто уже там из... Ну, потому что народу наплыв большой. Ну, мне кажется, они в принципе жадненькие такие. Что не свойственно обычно таким местам, обычно наваливают. Помнишь, мы с тобой как-то на Ванде ели? Да. Вот да, это да. Порции там были прям хорошие. Эх, надо будет туда еще раз ездить, показать это на видео. Ладно. Нужно зайти в магазин, потому что какая поездка может быть без запасов воды, чаев, каких-нибудь чипсов и прочей хрени. Давайте устроим обзор на этот мини-маркет. Что тут есть интересного? Так. У нас тут есть лапша. Как обычно. Вот они, царские душки Хэйди Лау стоят. Причем они тут 39,90. Ну, нормально. Че? Нормально. Есть вот эти штуки. Мы, кстати, тоже их обзирали на канале. Есть, насколько я помню, типа такого. Ну, только это тайваньское тушеное мясо. У нас было с говядиной. Тоже нормальные штуки. Такие достойные, скажем так. И какой-то небольшой, очень маленький выбор китайской лапши. Обычно их, конечно, в больших супермаркетах раз в 100 больше. Кофеечек холодный. Сейчас я возьму такую бутылочку. Какие-то печеньки. Сигареты там у девочки. Пивко. Ну, для пивка еще рановато. Вот. И есть курица. Курица упакованная. Вот как это есть? Просто вопрос. Это просто куриная грудка замаринованная, ну и типа приготовленная с чем-то. И вот ты ее просто берешь и ешь без никто. Потому что, ну, можно хлеба, конечно, купить. Но хлеб же говно в Китае. Можно купить молоко под названием лук. Просто молоко. Есть еще клубничное молоко. Короче, чего только нет. Красота. Так, нужно взять... Во-первых, взять бутылочку кофе. Ой, блин, сейчас поломаю все. Бутылочка кофе, вот такого, под названием Костя. Нужна еще водичка, большой по-хорошему бутылки. Ну, по крайней мере. Ты какую бутылку взял, покажи. Две большие. Две большие взял, хорошо. А чай брал? Да там его осталось плевок один. Бутылка. А, ты две бутылки? Ну, я еще вот такого возьму, любимого своего чая. Мандариновым пуэром. Вот. Все. Есть еще готовая еда. Из готовой еды есть какой-то отвратительного вида ролл. Есть какая-то курица на палочке. Вот эта хрень с мясом. Какие-то сосисы. Ну, короче, выглядит все так себе, честно говоря. И классика Китая. Вот такие вот штучки. Любите. Так. Кстати, хочу показать прикол. Вот это с надписью Nescafe, это не холодильник, это разогревальник. И вот это вы можете увидеть очень часто в китайских магазинах, что стоят подогретые штуки. Снизу вот эти каши стоят, кофе стоит и чаи. И все это подогретое. Так что, если что, вот тут мороженка, ну мороженка явно в холодильнике стоит. Но вот это подогревальник. Я даже не знаю, просто это как, ну это не духовка, типа разогревочный шкаф. Все, пацаны тоже набирают воду и чай. Погнали в машину, поехали в путь, блин, под этим дождем, поедем на остров. Так обидно, что не получится на дроне полетать. Просто капец. Эх.
Ну чё, как вам дождливая поездочка? Мне кажется, очень симпатично. Капельки такие бьш, на камеру прилетают. Хорошая штука, экшн-камера, защищенная от всего, чего только можно. Можно такие штуки снимать. Удивительно, кстати, да. Всем советую. Стоит 3 копейки. Вот такая штука. Купил ее недавно, буквально там за несколько дней до поездки. Смотрите, держится просто так, что за нее, мне кажется, машину можно поднять. 3 присоски. Сверху, ну просто вот этот, как это там, болтик, да, на него накручиваешь. Я вот этот монтаж для GoPro поставил. Так, сейчас пойду помогать Максу разбираться. Что-то он там не может начать заряжать. Может, Энни придется будить. Она спит в машине. Поэтому мы проехали до, ну, большую часть дороги до острова. До острова осталось порядка 20 километров. Особой, на самом деле, сейчас причины прямо сейчас заряжаться нету. Еще, в принципе, нормально заряда. Но мы решили так до 90 догнать, ну, чтобы с комфортом. Раз уж есть такая станция пит-стоп, пописть сходить. Водички попить, ноги размять и зарядить машину заодно. Благо до 90% она там минут за 30 зарядится. Какая-то музычка на фоне китайская играет. Еще под навесиком стою. Вот, можно и как бы не мокнуть. Поэтому вроде все хорошо, настроение бодрое, весело. Время сейчас у нас 2 часа дня. Так что у нас есть еще примерно 3,5 часа солнечного света. В очередной раз расстраиваюсь, что не полетаю на дроне по ходу дела, потому что дождь не планирует заканчиваться. Но надеюсь, всякие красоты показать вам все-таки покажу. Погнали дальше. Небольшая вставочка. Сейчас будет монолог Максима. Точнее, я буду задавать ему вопросы. Он будет рассказывать про то, насколько приходится немножечко потрахаться с зарядками, потому что они разных компаний, разные приложения, разное всякое. Короче, сейчас зададим Максу вопрос, он все это расскажет. Макс, давай. Вещай. Именно здесь необходимо было сначала скачать приложение, закинуть сюда деньги и после сосканировать QR-код и заплатить именно с приложения. Потому что если ты сканируешь, платишь с WeChat'а, у тебя ничего не получается. Вот так. Ты в сколько приложений уже позакидывал денег? В 3 или в 4? Ну, где-то 3, наверное. В 3 позакидывал денег к зарядке. Короче, вот это State Grid. Это я как-то видео снимал даже про самые крупные корпорации Китая. И вот это на первом месте самая влиятельная компания Китая. Можете посмотреть, сейчас ссылочка где-то вот здесь вроде в уголочке появится. Очень крутое видео про самые влиятельные корпорации. Там я про State Grid рассказывал. Это вот их зарядки. Выглядят они симпатично, но вот пока не проржавели. Когда проржавели, конечно, уже жопа началась прям полная. Ну, вы видите вот это дело. Могли бы сделать как-то получше, учитывая, сколько у них денег. Но в целом зарядка работает, зарядка идет. Вот вы можете увидеть, что у машины 41% сейчас заряжен. 0, ну вот, киловатт-часов, 115 ампер, 354 вольта, 1,2 юаня пока что нам насчитали. Ну, я думаю, что юаней на 25-30 мы зарядимся до 90%, потому что потом начинает резко-резко падать зарядка. Так что все, заряжаемся, там все уже ребята сидят. Пойдем слушать музыку. Я сейчас подзаряжу вторую экшн-камеру, ну, которая у меня здесь навешена, Osmo Action. Подзаряжу ее немножко и поставлю сюда. Короче, да, пожалуюсь немножко вам. У меня нету зарядки отдельной для батареи Osmo Action. Вот вернусь, первым делом прям сразу же куплю. Потому что у меня 2 аккумулятора. Один разрядился, я поменял на второй. И все. И я не могу нигде в машине поставить на зарядку вот тот первый аккумулятор, чтобы их менять бесконечно. Так-то 2 нормально. Один не разрядился, второй поставил, один разрядился, второй поставил. И сейчас приходится вот так вот колхозить. Можете посмотреть, как у меня все это выглядит. Пауэрбанк, вот он лежит, вот здесь камера заряжается, чаек, там телефон. И, соответственно, вот этим суперкабелем с 3 штучками я подзаряжаю все. А я уже показывал, да, Макс? Вот, вот так выглядит приложение в телефоне для зарядки автомобилей. Какие-то там нотификации от доставки еды. И вот, соответственно, вот этот второй аккумулятор у меня заряженный уже лежит. Ну, пусть подзарядится камера за полчаса, пока машина заряжается. Нормально. Все, давайте погнали дальше. Чего не сделаешь ради красивых кадров. Красота, ляпота, как только что за кадром сказал Макс. Смотрите,
Мы в жопе мира. Мы посреди нихрена. Что мы здесь делаем? А мы сюда приехали в надежде найти самое красивое место этого острова. Вот смотрите, сейчас где-то на экране появится скриншот с моего телефона в приложении trip.com, которое в Китае очень популярно, и все им пользуются. Оно прям капец какое важное в плане вот туда, где поехать, там билет через него можно купить. Номер один место, по мнению этого приложения, находится, ну, в неком месте, скажем так, географически. И если нажать карту, куда ехать, оно приводит тебя сюда. Вот сюда. Здесь есть серые говняные дома. Есть поле из говна. Есть сраный дождь. И есть какое-то еще здание вот там. Из хорошего. Вы могли заметить, что в какой-то момент это видео, тот мультик, да, который был ускоренный, как мы ехали на машине, он шел-шел-шел в горы, а потом бум, и почему-то дорога, какие-то вентиляторы, что-то происходит. Как вы думаете, что случилось? Никогда в жизни не угадаете. Мы ехали. И, наконец, приехали. Я как-то уже рассказывал, как я пешочком забрел на военную базу. Так вот, мы повторили сей замечательный опыт. Причем жестко, так очеча сжималась, прям вообще капец. Если в прошлый раз меня просто какие-то два чувачка с автоматами выгоняли, если не знаете, спросите на каком-нибудь очередном стриме, еще раз расскажу эту историю. В этот раз вышли вполне себе серьезные ребята, сказали, а что вы здесь делаете? Проверили у нас все телефоны, есть ли у нас фотографии этих дел. Взяли мою камеру, которая стояла вот там вот на крыше автомобиля, и сказали, о, видно вот этот въезд, удаляй этот файл. Я говорю, а можно я не буду удалить, а этот кусок обрежу? Он такой, хорошо, я пошел в комп, обрезал, он посмотрел, что я из корзины удалил все копии файла, что я с камеры удалил эти файлы. И, собственно, скорее всего, восстановить не получилось, поэтому, когда вы это видите, скорее всего... Что ты хочешь? А, ну проходи. В общем, мы просто вот до тут доехали, и вот этот кусок удалился. И они сказали, здесь, пожалуйста, не снимайте. Отъедьте подальше и снимайте. Вот мы выехали там на некую дорогу, и я обнаружил, что я по ходу дела, когда вытаскивал ту экшн-камеру, я крышечку заднюю, закрывающую кожух от этой камеры, это, собственно, ну, кейс, в котором она крепится на крышу, крышку заднюю потерял. Теперь камера вываливается. И теперь, собственно, я не могу той камерой пользоваться. У меня дома есть запасной кейс. Приеду, буду им пользоваться. Но факт остается фактом, что сейчас без той камеры. Но вот эта камера, на которой я снимаю, благо у меня есть для нее всевозможные крепления, теперь она у нас на крыше будет развлекать вас различными таймлапсами и видами с проезда. Но все равно, вот, ребят, это пипец. А, да, кстати, прикол. Это все христиане живут. Прикиньте. Это все христиане. Мы, короче, обнаружили прикол. Во-первых, здесь, я не знаю, на таймлапсе видно было или нет, штук 10 христианских церквей, католических. Огромные красные кресты стоят. И когда ты едешь по, собственно, вот этим местам, я не знаю, здесь нету вот этих бумажек. Короче, вы могли видеть вот такие красные бумажки, да, наклеенные. И там, типа, иероглифами написаны какие-то пожелания. А наверху этой бумажки крест на каждой. И написано, типа, «Вославим Господа нашего Иисуса», прям по-китайски, китайскими иероглифами. Это очень кринжово выглядит, очень странно. И мы, короче, чекнули, оказывается, что вот весь этот остров, это остров христиан. Здесь христиане живут. И военная база на горе, на которую мы заехали, но вы этого не увидите, к сожалению, потому что не получилось восстановить. Как вы видите, я уже весь мокрый, в говнину. А что остается делать? Поедем какой-нибудь, может, пляж найдем, в конце концов, посмотрим красоту. Закат, до заката осталось буквально 20 минут, и я так понимаю, что на этом наше путешествие заканчивается. Дрон в воздух не поднять. Вот эта ситуация с тем, что мы потеряли время, едя в гору, там потратили больше часа. И все, и либо до завтра оставаться, но на завтра по прогнозу тоже дождь. А дальше не получится, потому что у нас следующая поездка уже на носу, надо приехать домой, зарядить батарейки, скинуть все, всю информацию, надо еще видео одно смонтажить, чтобы выходили вам видосы без остановки. Поэтому вот, поплакался, поехали дальше, может что-нибудь найдем, может ничего не найдем. В конце и финалочку запишу. Такое вот получилось интересное, надеюсь, видео. Скажите мне, пожалуйста, у вас было хоть раз такое, чтобы вот тюбик пасты зубной
прям вот выдавливали, потому что уже ничего не осталось, а вы хотите последнюю капельку. Или с кетчупом вот из бутылки остатки всего вообще, ну просто вот выбить, потому что, ну блин, все, кетчуп кончается. Вот у нас с этим путешествием абсолютно та же история. Закат уже темнеет очень жестко, и буквально через там 5-10 минут будет темно. И я пытаюсь хоть что-нибудь еще выжать из, собственно, этой поездки. Просто потому, что, ну, блин, хочется какого-то интересного. И уже на выезде, собственно, с этого острова, мы все еще на острове, если что, я обнаружил какой-то парк. И говорю Максу, поехали в парк. Мы стоим под дождем, вы видите, я мокну, тут все мокнут. Вон, там надо код сосканировать, сейчас пойду отсканирую QR-код. Ну, чтобы пустили там дяденька-охранник. Вот. Или без QR-кода, не знаю. Короче, сейчас разберемся. Но мне кажется, мы в этом парке пробудем минуты 3, может 5 от силы. Потому что дождь, потому что не очень весело. Ладно, давайте пойдем посмотрим. Сейчас вам покажу, что получилось. Забыл еще сказать. Так как садится солнце, я не очень уверен, насколько хорошо будет экшн-камера снимать таймлапсы на машине. Я вот сейчас последнюю попытку сделаю. Поставлю, потому что к тому моменту, как мы подъедем к следующей зарядке, а нам нужно доехать до зарядки, потому что мы уже стартанем обратно в Сямен, думали завтра ехать, ну вот с этим что оставаться еще на день, какой смысл вообще во всем этом. Мы решили вернуться домой, и поэтому поедем заряжаться, и когда зарядим, я посмотрю, если симпатично, если камера хоть что-то вытягивает, если хоть какие-то виды прикольные есть, то продолжу. А если нет, то сейчас будет финальный авто-таймлапс, потом попрощаюсь с вами, и на этом видео уже точно закончим. Холодно, мокро, капец. Все ради вас. Фух, все, почти уже окончательно стемнело, приходится себя подсвечивать лампочкой. Пара слов, очень интересных моментов. Мы заряжаемся, машина стоит, заряжается. И первое, что хочу сказать, мы когда заряжали машину на вот этой стейт-гридовской зарядке, которая вот по трассе везде, то есть я так понял, что по федеральным трассам вот у компании State Grid у них монополия на зарядке, то есть на всех вот этих пит-стопах так называемых, там стейт-гридовские зарядки. Машина заряжалась практически час от 40 до 88%, и потратили мы 50 юаней. 50, это очень дорого. Сейчас мы на зарядке Синсин, она называется Star Charge. Мы уже заряжались на ней несколько раз, эту машину заряжали, и вроде как должно быть и быстрее, и дешевле намного. Это сейчас мы выясним, я уже сделаю следующее включение, просто расскажу вам, реально ли так и есть, и есть ли такая колоссальная разница. Потому что, ну, тогда проще будет просто сказать и рекомендовать, ребята, если вы на электротачке в Китае, ищите зарядки Star Charge. Но, чтобы это утверждать, нужно как бы немножечко времени досмотреть. Но я еще хочу один момент рассказать. Удивительное рядом. Мы нашли вот такой вот вагончик. Я не знаю, видно сейчас, подождите. Ой, включу себя. Покажу вам вагончик. Вот такой вот вагончик маленький. То есть тут несколько вагончиков сзади, я не знаю, видно или нет. В них, я так понимаю, какие-то работники живут. Ну, то есть это прям рабочие. А вот этот вагончик, на нем иероглифами написано «Место отдыха водителей». И выглядит это дело достаточно интересно. Смотрите, сейчас я камеру переключу. Вот так вот. Тут пацаны сидят. Привет, как отдыхается? На чили, на расслабоне. На чили, на расслабоне. Как джиган. Вот, нормально. Короче, столик, можно сделать себе чай самому. Причем, ну, я не знаю, чая тут нету. Наверное, у каждого уважающего китайца есть чай в машине сухой. Просто приехал, помыл чашечки, вскипятил. Водичка вон есть, я так понимаю, она бесплатна здесь. Все, есть вот такие штуки, которые диспенсеры для соков. Но соков внутри нету. Или это не соки даже, это для мороженого. Но, видимо, это летом. Вот, и есть, собственно, сигареты. Напитки, вода, всякие тонизирующие напитки. Вот, кстати, спереди вот это, вы видите, такая банка, похожая на какие-то, не знаю, на что-то медицинское. Офигенная штука, если ты прибухнул вчера. То есть это прям восстанавливает водно-солевой баланс лучше, чем что бы то ни было. В России у нас называется это дело регидрон. Только у нас в порошках продается, здесь в бутылках. Вот это прям китайский регидрон. Так что если вам нужно найти в Китае, как прийти в себя, вот эту штуку употребляйте. Какое-то молоко не из немолока, водичка, чаи и какие-то еще чаи. И даже каша есть бобовая, сладкая.
и есть просто сладость какая-то. Короче, нормальный набор. Сиги, напитки, кондей для лета, бесплатный. Видимо, здесь будет мороженое или соки, чай и посидеть. Ну, а там дальше это типа стокрум, там хранятся, видимо, какие-то штуки. Плюс, заметьте, уютные кресла. Ну, просто красота. И все это просто стоит посреди перди. Мы сюда, когда ехали, мы реально вот, ну, приехали в никуда. Вот реально в никуда. И вот здесь такая уютная штука есть. Кайфово. Люди заботятся друг о друге. Водители молодцы. Прям друг друга любят, уважают и ценят. Ну или кто-то для них, кто это сделал. Может, это контора, вот это син-син зарядочная. Может, они это организовали. Но кто бы это не сделал, он молодец. А туалет за углом. Вот. Так что сейчас будет следующее включение. Расскажу вам про зарядку. И поедем дальше. Короче, я придумал кое-что. Как убить время. А зачем нам это? Наливай. Что наливать? Ну, что-нибудь по 50? Наливай. По 50. И чтоб ты вот так уже рулил? Не-не-не. Я придумал, короче, нам как развлечь себя, пока ждем, пока зарядка идет. Если вы помните, если вы смотрели это видео достаточно хорошо, скажем так, вы видели, как Энни покупала мне 5 разных продуктов из ее детства. И я подумал, они же у нас с собой, и можно как-то время убить. Ты не любишь сладкое вообще. Ненавижу. Терпеть не можешь сладкое. Это еще делает это видео куда более интересным, потому что там все сладости. Энины любимые из детства. И вот эти вот две кислинки. И две кислинки. Ну, это мы в конце попробуем, чтобы сладость убить. Окей, baby, number one. Сейчас она будет по одной давать, она за кадром сидит. И объяснять. Fruit juice candy. Окей. Okay. But people don't have this favorite supply. Ah, but it was from your childhood. How old you was when you first time tried? 8 to 10 years old. But before was more like M&M's. Now so короче, Энни говорит, что раньше это выглядело как M&M's, но сейчас они сменили упаковку, но те же самые. What is this sound? Rain. Rain. А, если вы слышите вот этот странный звук, это усилился дождь. Это скорее как не M&M's, а... Как этот, Skittles. Как Skittles, да. Да, ну давай пробовать. Короче, вот Didi. Yeah? Да, конфетки под названием Didi. Didi, Didi Dough. А, Dough like... Bean. Okay, like bean. Окей, Didi Dough. Я думаю, нам одной упаковки хватит. Да. Ну, Skittles не совсем сладости. Смотрю. Ну да, такой этот, M&M's или Skittles для бедных. Какие хочешь? Почему для бедных? Ну, потому что они выглядят уныло. Вот. Просто такие какие-то камушки, я не знаю, камушки-какушки. Ну что? No, it's a Skittles. This with rainbow, you know? Один в один. Один в один. Да, на вкус просто скидывал. Мне кажется, только скидывал кислее еще были. Ну, в зависимости от вкуса, но прикольно. Они также разных вкусов. Я чувствую ягодный вкус и фруктовый. Ой, лимонная попалась. Next one. Рондо. Точно, Рондо. Это смотрите. Рондо. Я не знаю, продается ли еще Рондо в России. Вот. Но когда я был маленький, я таких дофига жрал. Давай попробуем. Насколько похоже это на Рондо? А здесь оно называется Бохатан. Мятная конфетка. Бохатан. Мятная. Подожди, смотри, как она выглядит. Мне кажется, как самолет, знаешь, выдают. Ну, давай посмотрим. Бохатан, да, мятная конфета. Мятный сахар, если дословно переводить. Ну, типа того, да. Просто круглая. Ну вот да, да, да. Такие в отелях очень часто лежат на ресепшене. Либо в самолетах. Либо в самолетах, да. Ну не Рондо. Не. Рондо вкуснее было. Реально, она даже не мятная. Просто сахар. It's not even minty. Little bit somewhere. Чисто сахар. Где-то мята. Нет, есть немножечко. Мне это что-то напоминает. Я вот не помню, что. Аскорбинку какую-то. Вот аскорбинки русские, вот эти вот, знаешь, которые не желтые. Белые такие. Белые такие, как конфеты. Вот именно, мне кажется, один в один вкус. Угу. Погнали дальше. Блин, я иногда касаюсь экрана, потому что экранчик вырубается, чтобы себя видеть. Это не думайте, что я просто люблю пальцем там потыкать. Шоколад. Но. Китайский шоколад. Китайская шоколадка из Эниного детства. Мне кажется, it's она... same packing like before? Yeah. Like original packing. Yeah. How much it was this time? How much you pay for it? You pay for it. Yeah, you don't remember? I don't remember. Like 10 or 5? No, I didn't 5, 8. Короче, 5-8 юаней. How much it was when you was a kid? $1.90. Это было по юаню, за шоколадку.
Может быть, даже меньше йоне. Не забывай то, что вы покупали... Да, мы покупали в сувенирном магазине, в котором как бы все дорого. Если что, чтобы вы понимали, как бы, насколько там дорого, Энни купила там какой-то шампунь, которым ее мама пользовалась, когда Энни была еще совсем крошечной. И она его купила за 25 юаней. Мы потом проверили в онлайн-магазине в Пиндодо. Он стоит 5. Он также продается. Короче, шоколадка. Называется... How to read it? How to... Дай-ка-ка-ка-цзи-чоколи. А, дай-ка-ка-цзи-чоколи. Ну, чоколи – шоколадка. Дай-ка-ка-джи. Окей. Take it. Ну, Макс, ладно, тебе одну плиточку, да, я знаю, да, ты терпеть нужно. Да, полторы, да. А я побольше. Слушай, ну... Дешевый шоколад пахнет. Он пластилиновый. Хотя какао дает. Он, знаешь, на что похож? На Несквик. Ты Несквик хоть раз разведенный вот пил, да? Он реально не шоколадом, а какао-порошком отдает. Я вот пробовал, поел. Ну вот видите, насколько Макс терпеть не может. He hates sweet, any sweet things. You know Несквик? With this rabbit. You know this drink for kids. Same taste. It's cocoa. Yeah. А, ну вот, она говорит, что это как бы оно и есть. Но на самом деле, я бы такого вот, вот эту плитку бы доел. И больше не покупал. И больше не покупал вообще никогда в жизни. Это, конечно, хорошо, как ностальжи, но нет. Вот что там такое, куриные лапки? Нет. А, это... А, плам? Фэнгхуан good food. Подождите, снова тыкаю пальцем. Это какие-то сушеные ягоды. Да, это сушеный плам. Как плам? Слива. Короче, сушеная слива. Вот. Она должна быть... Не-не-не, но они говорят плам. Плам это же слива. Их тут буквально пара штук внутри. Так. Блин, ее еще вскрывать задолбаешься. То есть я вот оторвал оно, смотрите, как по-уродски оторвалось. Так. И тут буквально, блин, four pieces inside. На. You want to take one? Это кошечка. Не, ну, она, по крайней мере, не сладкая. Как сухофрукты у нас. Сухофрукт? Как? Но... Как он называется, сухофрукт этот, но самый знаменитый? Курага? Нет, ну курага, ну как курага и чернослив. Чернослив, да. Один в один, только в косточке. Да, мясо ноль, ну как ноль. Чуть-чуть. Обычная курага на самом деле. Курага. Я не знаю, почему она говорит плам. Это курага, кислая, достаточно сильно кислая и достаточно сильно вкусная. Если бы мяса было больше, а косточка была меньше, кстати, внутри косточки что-то шевелится, было бы вообще великолепно. Не выкидывай, дома посадишь дерево. Хорошо, да. Энни говорит, что в детстве вот, вот эти именно штуки, именно этот бренд, она в школе, пока все дети нормально учились, а она жрала их на задней парте. Угу. Она, да. Короче, Энни тот самый ребенок задней парты. The last? О! Короче, хрустящая лапша. Сейчас я снова ткну пальцем в экран, чтобы увидеть. Хрустящая лапша. Выглядит это дело вот так. Похоже, но просто на обычный доширак. Только нужно сначала поломать. Так. Мне Энни про это кучу раз рассказывала, но я ни разу не пробовал. А я думал, мы все сладости купили. Вот. Это вкус детства, знаешь? Да, да. О, пахнет чипсиками какими-то. Вот понюхай. Пахнет сушеным, ну вообще дошираком. Короче, лапша. Просто лапша. И ее реально не надо заваривать, ее так и надо есть. Ну вот как мы в детстве ели коробками. Не, а это специально для этого сделано. Вкус такой же. Только она нормально жуется, просто как чипсы. Так она доширак тоже нормально жевалась. Да? Я никогда не жевал. Я просто ее все детство его ел так. Мне кажется, оно все-таки сильнее еще высушено. Оно прям очень сильно. Ну посмотрите, так, возле камеры. Оно обвалено в не сильно там каких-то навороченных специях, вообще не острое совершенно. Такие... Как чипсы. Как чипсы. With a chicken kind of flavor. Жареные крылышки. Mm-hmm, да. Ну, курочка отдает, видите, даже не прочитав, что там, узнал курочку. Да, нормально. That's all? That's what? О, да.
штурма. Последняя, к сожалению, в единственном экземпляре, так что будет чисто для меня. Жвачка под названием «Да-да», но это не турбо. Ты вот этого чувака не узнаешь? Бумер. Смотрите, сейчас я еще раз ткну пальцем сюда. Вспомните этого чувака, если вы моего возраста, у вас сейчас должно начать сводить олдскулы. Это же бумер, и который... Написано «большой-большой». Типа. Да, «большой-большой», ну пузырь. Угу. Это с чем у нас со вкусом ананаса? Это ананасовое. Это не креветка, а точно ананас. Ну блин, жвачка с креветкой, это уже больше японская какая-то тема, а не китайская. Японцы любят. Не удивился бы. О, смотри, какой цвет клевый. Я не знаю, сейчас камера передаст или не передаст цвет, но... пахнет. О, кисленько-кисленько пахнет ананасом. Посмотри, самое главное, как она жуется. Короче, вот такой у нее цвет. У нее реально очень желтый, ультра-желтый цвет у этой жопки. Да. I thought it will be more sour. Неплохо, но вопрос в пузырях. Она называется «Да-да», что значит «большой-большой», там бумер нарисован. И эта жвачка была знаменита тем, что с нее можно вот такие пузыри было выдувать. Мне кажется, она сейчас развалится у меня. Она не жуется. Ну, в смысле? Это конфета. Она как конфета, и она просто исчезает. Мне ее все меньше и меньше. Но... хотя она еще... Подожди, она консистенцию меняет уже во второй раз у меня во рту. Она была твердой, превратилась просто в кашицу какую-то. Ты такой кашицу жуешь, а сейчас какая-то супер мягкая хрень. Может, надо весь вкус выживать, а потом он будет надуваться. Ну, давай пожуем. Время есть. 20 minutes later. О! Да-да. Поставим зачет. Ну что, Макс, а последний будет от тебя, да, у нас? Ну, вот эти конфетки. Да. Короче, все вы знаете... Блин, опять у меня камера, экранчик отрубился, на перенастрой. В общем, все вы знаете суперкислые всякие разные конфеты. Их в разных странах много. В разных странах. Их много всяких разных. Давайте попробуем китайскую, тоже из китайского детства. Did you eat this sour candy when you was a child? No. Вот Энни такие не ела, но в этом же магазине Макс прикупил. Выглядит это дело вот так, написано Sour Candy, кислая конфета. И написано было, кстати, на упаковке, что она очень кислая. И они были с разными вкусами. Цвет такой приятненький, какой-то такой цвет фиолетовый. Так, нормально? У тебя их две всего? Еще нет, три. You try one. Нормально дает по шарам. Но я так понимаю, что дальше она сладкая будет. У нее просто кислый слой сейчас. Как? Ау. И не такая сидит. Нормально. Но она реально... Все, у меня уже чисто сладкая пошла. Я не буду ее дожевывать. Нет, их просто много не съешь. У тебя небо будет. Не, я имею в виду, что... Внутри все просто сладкая карамелька. У нее вот этот сверху слой очень кислый. Он тебе прям пинок такой дает, но очень быстро проходит. И начинает тебя вознаграждать сахаром. Ну, как бы прикольно. Only powder. Короче, только вот верхний слой. Но забавный, вот повеселились. Спасибо, что были с нами в передаче «Пробуем всякое» с Димой и Максимом. Будем дальше ждать, пока тачка заряется. Кстати, сколько там процентов уже? Макс скачал все возможные приложения всех возможных китайских зарядок уже походу. Где у тебя там синь-синь твой? 70%. Ну да. Вот, осталось 20% дождаться. Я думаю, что это еще что-нибудь минут 15, наверное. Да. Минут 15-20. Ну, короче, ждем. Небольшое включение еще буквально на одну секундочку. Когда мы все это доели... Я решил пойти взять вот в этом автомате, который я вам показывал, попить, и взял кока-колу. Я не знаю, видно будет это дело или нет. Сейчас попытаюсь, блин, ну, на свет не видно, наверное, будет. Во-первых, она цветом, ну, очень лайтовая. То есть она прям реально такого светло-светло-светло-красненького, супер-прозрачная. То есть вы видите, вот палец мой видно за этим, за кока-колой. Во-вторых, на вкус...
как будто взял кто-то Кока-Колу и раз в пять ее разбавил водой. И вот, да, ну, не, она газированная, нормальная. Энни прочитала дату розлива, у нее 26 августа 2021 года. И у нее типа срок годности 9 месяцев. Она через месяц она заканчивает свой срок годности. Если вы в курсе, напишите, пожалуйста, встречали ли вы подобное? Это подделка какая-то, что очень странно на самом деле. Либо это реально они когда срок годности, или может где-то на складе под солнцем стояло. Почему так может быть? Если кто в курсе, большой тебе лайк обязательно поставлю в комментариях, прочитаю, отвечу, скажу спасибо, потому что, ну блин, очень интересно знать, что это за дичь. Мы только закончили снимать, вот этот кусочек я вам сейчас сказал, вот буквально прошла минута. Я говорю, Макс, ну что там, типа было 70 же процентов, когда он вам говорил. Он говорит, 97. Макс, скажи, у тебя в приложении показывало, сколько времени примерно прошло? 37 минут. С 41 до 97%. Сколько? 28 юаней. 28 юаней. А тогда до 88% 50, да, было? Капец. Короче, как я уже говорил, если вы увидите вот такой вот логотип, который вы сейчас видите на экране, где-то в Китае, вы едете на электротачке, заряжайтесь там. Быстро, дешевле намного. Но стейт-гридовские, что поделать, они по всем трассам, если уж приперло, то тогда туда. Но готовьтесь, что вы будете там торчать долго, платить много, и, короче, неуютненько это будет все. Фига, у меня аж пар изо рта идет, вот такая температура. И дождик почти закончился. Это хорошо. Все, мы поехали, по ходу дела, домой. Вот так вот. Вообще сменилась картинка, сейчас еще эхо, наверное, длинное. Макс, иди сюда. Будем финал рассказывать. Во-первых, давай выводы кое-какие сделаем из этой поездки. 700 километров мы проехали за 2 дня. Я Чё? Заебался. Я устал. Я запикаю. Первое. Ты устал? Я устал. Капитально. Устал почему? С непривычки. Чего вообще там с вождением как-то люди водят? В чем проблема твоей усталости? Ну, с непривычки, просто конечно. С непривычки. Да. То есть, а в целом, как тебе там, как китайцы водят, как на дороге в целом, как машина себя ведет? Все отлично. Не нужно бояться, едь вперед. И все. Следуй правилам, смотри на знаки. Ну, то есть, как бы никаких супер особенностей нету. То есть, как говорят, что в Азии вообще все никто правила не соблюдает. Нормально все. Да. Дороги просто прекрасные, вы все это видели. Развязки просто колоссальные какие-то. Теперь давай, что касаемо расходов на поездки. Во-первых, давай с самой боли, то, что произошло сейчас. Самые дорогие заправки электронные. Да не, не про заправки, хорошо. Не про заправки, про то, как 128 юаней за дорогу. В общем, в Китае, ну, платные дороги междугородние, вот эти, Гаосулонь так называемые. И дорога у нас вот от этого острова до Сямана 128 юаней. Но вообще очень странно, потому что мы ездили примерно тоже около 3-4 часов Чхаужоу-Шаньтоу на машине, у нас выходило около 60 юаней. Да. Я не знаю, почему сегодня такой ценник, такой тариф, может, после праздников. Решили за то, что на праздниках бесплатно было, нагоним. Нагоним, да. Ну, это очень дорого, на самом деле. Мне кажется, что дальше будет дешевле. Фиг его знает. Но в любом случае, просто вам как пример, если из Сямана доехать до границы с Россией, мы посмотрели, там 4000 километров, и чтобы 4000 километров проехать, 1540 юаней вы заплатите дорожных сборов всего. То есть это 18 тысяч рублей примерно вы заплатите за дороги. Дальше, ладно, хрен с ней с дорогой, заправки. Мы посчитали, что примерно ушло денег на все вот эти заправки. Мы 4 раза заправлялись полноценно. Ушло где-то 150 юаней. На такое же расстояние, по нашим подсчетам, на бензиновой тачке ушло бы порядка 700 юаней. Может, ну, несколько полных баков, 700 километров, все дела. Вот. Разница отличная. Но есть момент. Первое. Это, конечно же, вот это стейт-гридовские зарядки. Да. Мы решили, в конце уже остановились там в Макдональдс покушать, прямо на трассе. И решили подзарядиться, ну, так чисто на 10 юаней, на 15. На 25 получилось. Ну, изначально ты 15-ку закинул. Просто 15 юаней, ну, что, чуть-чуть, пока машина стоит, пока заказ делаем, что не подзарядиться. Почему-то на эти 15 юаней... Садилось около 6-7%. 6%.
А до этого просто я напоминаю, что на 28 юаней машина зарядилась с 18 до 90. А тут на 15. Макс потом закинул еще десятку, и почему-то на десятку зарядилось больше, чем на первые 15. Я не понимаю. Короче, вот кто понимает английский язык, компания State Grid, у которой вот такой вот логотип, да, у нее Grid должно через двойную Е писаться. Если не понимаете, в чем прикол, зайдите в Google Translate, все поймете. Дальше, что еще хотел я сказать. В целом, честно говоря, если бы не погода, блин, все бы было хорошо. Увидели очень много мест. Военная база посмешила нас, мы много ее обсуждали. Вот, ну вы, к сожалению, ее не увидите, пришлось... Ну, я уже рассказывал все это дело. Вот, что тебе понравилось, что не понравилось? Дима, я буду без комментариев. Все. Нет, я устал, мне все просто понравилось. Хорошо, все было хорошо. Спасибо, что были с нами, нас четверо было вон там. Ребят, да, Колян. Подойдите к нам. Живей, Коля, кам. Вот, все четверо, кто участвовал, Виви, come here. Наша, привет. Да, сейчас я опять парень, не вижу камеру. Парень. Вот, все, вот эти все четыре человека ездили и были с вами эти двое суток. Спасибо большое за просмотр. Как обычно, лайки, дизлайки, комментарии. Пишите, все уставшие очень сильно, очень тяжело, мозги ворочаются. Так что увидимся очень скоро в новых видео. А у нас на этом, по ходу дела, сегодня все. Пока. Всем пока.